И все игнорят, да, этот момент? Че, ластовая у меня? И репорте, у меня ластовое здание. Сука, быстрее! Все на мне держится, блядь, все на мне. Че это? Напоминаю еще раз. Нажимайте шестеренку, автор, пишите сюда FGK, и теперь вы, блядь, поддержите нереального классного автора, который постоянно играет в Suspects. Это FGK. Бля, ебать прикольно. Сука. А тут, блядь, пфф. А что в игре не сделали? Бля, надеюсь, на релизе хотя бы тут тоже 60 сделали. Задание, кстати, 60. Опа. Так. Так, ну у них когда все равно дохуя. Вот эту хуйню вообще надо убрать из этой карты, реально, она мешает. Слишком полевная. Так. Пикс. Кого-то убил уже, да? Сходу. Касси выполняет задание здесь. Никто пока не сдох. Блять, библиотеки. С бургером. Нашел. Быстренько чекаем. Знат чекает. Молодец, Знат. Предусмотрительно. Здесь. Так, ага. Где ты твой щупик, блядь? Спален. Так, Аси щупик сам тут где-то. Так, Аси тут. Куда ушел щупик, интересно? Щупикс вон. Ага, бомбы, блядь, заплентили. Так, мертвый тигр. Подожди. А запленчено вот здесь, понял. Это щупикс. Иди быстренько. Дифусь. Сейчас надо быстренько Акси спросить. Смотрите, одну секунду. Хочу кое-что спросить. Ага. Смотри, Ася, ты был на камерах, ты видел, как Чупик с верхней, типа, с верхней комнаты выходил вниз? Короче, рассказывал, да. Прикол один. Я, подожди, подожди, одну секунду. Сейчас, Олег, я быстренько этот скажу. Чупикс, смотри, там, откуда ты выходил, запланчена бомба. Единственный, кто заходил в эту комнату, это был ты. Я Женя, вообще-то не то, не... Тоже ребят, самое. Стоп. Я не выходил с той комнаты, где была запланчена бомба. Я один вопрос. С центра направо, Ася. Я выходил с гаража, он имел. Ася. С гаража вниз, да, он вышел. Быстренько скажу. Короче, помните, на улице справа там был проход такой у гаражика? Да. Типа к бассейну. Там забор поставили, прикиньте. А, ну да. На самом деле, я вот на этой карте еще бы убрали. Кстати, вот один импостер, оказывается, автоматически один, сейчас поставился, да, почему-то. Один? Ну да. Все тогда, заебись. И еще, короче, вот ну, реально, мне кажется, быть. Они должны убрать вот эту хуйню с чеком гостей, типа вот эта книжка. Она, она прям рядом с кнопкой, она типа не должна быть. Кофе, ты рассказываешь, что ты там делал? У вас все равно 30 FPS. Где? Типа? Что? На трупе. Приходи. На каком? В смысле? Вот, слушайте липута внимательно. Чего еще раз? Там от труп был как раз голландского, я такой смотрю, что-то его не репортишь, пошел дальше. Я ничего, я не видел труп, в смысле, там где? Там труп был на заданке практически, на нем стоял. Ты ушел потом просто. Ты не видел? Я думал, просто ты порофл, типа, ищешь какого-то предателя. Я не видел, я просто, может, выполнил задание, не увидел, но я реально не видел, это серьезно говорю. Ну, он прямо на тебе был этот труп, ты потом еще пошел практически по нему, протоптался и пошел дальше по голове его. Реально? Я отвечаю, не видел, подожди, чего? А что это такое? Нормально вообще? Я базарю. Вся игра 60, ну, кроме вот геймплея, остальное. Да. Но все равно прикольно, блядь, 60 так приятно смотреть. Пиздец. Фотографии ебаные, блядь. Пазл. Let's go. Ебать, круто. А как Ася так быстрее меня это сделал? Интересно. А, но все равно один импостер будет немножко полегче. Я уже привык на тап открывать, хотя у меня на миникарте все отображено. Вообще все, блядь. Давайте запомним, кто где находился. Мы так, может быть, сможем найти плентера нашего. Интересно. Где еще? А, блядь. Думал, ебать. Спиздили. Ну-ка, быстренько камеры чекнем. Аси. Олег. Ага, Аси. Да. Бомба. Прям здесь, на камерах. Блять, никто не признается, короче, кто на камерах был. На камерах заплентили. Вот. Блять, кто здесь был? По-моему, Аси был, да, на камерах? Или не было на камерах? Сука. Вначале прям на камерах.
Так, дамы и господа, труп? Короче, я расскажу так. Мы должны сейчас выгнать кого-то, кто стоял на камерах в этой игре, кроме меня. Почему? Что, а кто стоял на камерах? Вот. А кто стоял? Ну, смотри, бомба именно на сейчас... Именно сейчас мы вдвоем прибежали, я и Знат на камеры прибежали. Да, мы прибежали, уже. Да, уже после активации. Вот, я, когда активация была, я стоял на камерах, и, ну, типа, я вижу, активация работает, и бомба прямо на камерах. Соответственно, тот, кто в начале катки этой плентил... А, меня там не было даже. Подожди, просто предыдущий раунд, мы же раздиффузили все бомбы, и после этого нашли труп. После этого нашли труп. Да. Вот. Да. И, соответственно, типа, бомбу заплантили в этой катке. Правильно же? Угу. Ну, а в предыдущей не могли... А подожди, а разве так работает, типа, если там ты заплантил в том раунде? Да. Они остаются уже. А еще вопрос. А у нас кто больше плантит любит? Джонни, правильно? Нет. Нет? Чего нет? Ты у нас профессиональный плантерщик. Ты сам первых секунд начал бомбу. Да, нет, это бред. Мы так мало играли. Джонни, заяц и шляпку. А что у тебя два зуба торчит, Джонни? Может, это ты все-таки зубы кусаешь всех, а? Я тебя хочу... Такой серьезный, да, ты у нас? Ну смотри, это не Литпут и не кофе. Они были в здании, где это нож. Знаешь, что, а Аси? Бомбы потом активируются, они туда даже не добегали. Я вообще сейчас по левой стороне бегал. Меня видел. Аси, давай в размен уйдем, Аси, им дадим поиграть. Потому что ты на камерах был, я на камерах был, и все, тут вообще просто. Ну, на камерах и Знат был, и сейчас и Олег был. Нет, это после плента, после плента. После плента. Мы в конце прибежали, да. Мы же не знаем. А почему я слышу? Я услышал свой голос в динамике. Знат, иди нахуй, блядь. Как ты это сделал так, что у меня замучено, типа, я все равно тебя слышу. Вот, то же самое только что было. Ой, блин. Че, сыграл за импостера? Не получилось? Пока! Подожди, а че, в чем мы, типа, выиграли или че, я не понял? Понял. Неправильный гость. Бля. Эх, а кто тогда еще? Чупикс. Можно меня в размен, конечно. Что тут делать? Ты отпечатки правильно где? Так вот. Ебать. Я себе, блядь. Слушай, никто не нажимает кнопку, чтобы меня кикнуть даже. Понимаете? Да, как говорится, нихуя себе, блядь. Чё, мне кажется, надо зайчика кикнуть. Не, можно. Размен. Сейчас, одну секунду, нет, одну нет. Секунду. Я понимаю, в размен можно. Но! Я могу вам. Тихо! Тихо. Да чего, все, размен. Я быстренько кое что скажу. Дорогие жители особняка, гости этого особняка, вы видели новое задание на этой карте? Да. Какое? А я видел референс отпечатков пальцев. Отпечатки я тоже видел. Было. Вот, отпечатки пальцев было уже. Не. Референс, там зеленые, короче, лапы, и ты должен правильно отпечатки подобрать. Я сейчас его не видел. Было такое задание. Олег, было. Чупикс, только нет. Там это... разные линии всякие вот эти. Там разные линии, да, там, нет, там это... Но... Зелёный, да, центр. Оно было, Джонни. Было. Оно давно, но с самого начала. Да. Значит, я первый раз. Нас обхитрить хочешь? Не, вы сейчас скигнили, просто я вам говорю, типа, я в первый раз сразу. Не, вот подождите, а вот самому выгодно Литпут сразу голосует, ему пофигу, почему мы не можем Литпута сейчас выгнать? Сейчас кикай меня в размен, потом уже сами играйте, вам полегче будет. Вот просто Литпут карандашиком будет обведён и все. Надо не забывать, что Джонни в первом раунде на Чупик согнал. Не забывайте, Чупик сбежал тоже с той стороны, где был первый труп голландского, он там был, потом приходил, смотрел со мной. Ты определишь, в кого ты топишь? Кстати, реально. Чупик смог быть в теории. Ты вообще на всех топишь уже. Ну блин, я вспоминаю ситуацию, которая у нас возникала. Я слежу за тобой, блядь. Следи. Так, и кто, motherfucker, импостер? О, у меня одно задание осталось. Turn off. Сам выполнил, это оно интересно. Смотри, как Чупик сидел, осознал, что он был, а за Литпутом. Он выполняет, давай мы посмотрим. О, блядь, где нахуй? Что это? Чё за чего, блядь? Это за хуй чё? Да, блядь! Красиво вообще! Фига! Ну я, он ради этого я был готов проиграть. Когда начинается, я такой, о, все круто, я предатель. Потом такой, а почему я один? Потом там еще перезарядка КД. Еще я когда убил, я сделал первый килл, я убиваю голландского, в эту же секунду забегает Литпут, у меня все, депрессия начинается сразу мгновенно. Я в шоке от Литпута
еще со времен домашнего задания. Я просто в шоке. Литпут стоит в двух метрах. Я убийца, короче, не видел кофе, кофе убивает меня. Литпут заканчивает задание, смотрит, короче, кофе на трупе стоит. И убегает. Просто уходит. Я угорнул с того, как мы начали по КД друг друга просто выгонять. Я такой говорю в какую-то секунду, ну пусть они сами играют, я ничего делать дальше не буду. Ну мы поиграли и вылезли. Вы, кстати, обратили внимание, карта закрыта. В плане, типа, справа заход на улице. Походу 7 человек из-за этого. Да, возможно. Типа, справа, то есть ты из дома не выйдешь на улицу. Ну, кстати, охуенно, что баланс балансится. Да, автоматически игра балансится. Баланс охрененно. Слушайте, вообще, игра Let's go реально тогда. Продуманная такая. Да, да. Еще, домик-то где-то. Еще здесь 60 FPS подкрутить в игре, и вообще, блядь, тейм. Так, один убийца. Во, вот здесь теперь написано все, что у нас один убийца. Один убийца, один убийца. А. Ебать знат там. Да как эти ваши спички? О. Один убийца, блядь. Опа, стоп. Где ебаный след? Сука! Да, спрятали. Вот, блядь, реально. Да, сука! Да вот подожди, убили? Подожди. А нет, зачем? Я, что короче, ты? Вот параною зната, знат, там камин был сейчас. Но. И что ты делал сверху над камином? Там ни одного задания нет вообще. Почему бомбу ты не ставил? Стал? Бомбу ставил. Нет, я уперся туда и стал. Бомбу ставил, да, да. Я и камин 51-го. Да нет, мне кажется, он мирный. Нет, просто, типа, зачем он уперся туда и стоял? Ребят, один убийца теперь пишет. Чего ты так угораешь? Зачем ты так угораешь? Да, да, ты еще не замыкал. Как будто что-то затеял, или, знаешь, как будто узнать, кто предатель, но не говори, типа. Я выбрасывал доски, в камин закидывал, вы чё, блин? Так ты над камином стоял вообще в другом месте. Нет, я в дрова закидывал, дрова. Так ты вообще парил на воздухе, блядь, ещё. Да не надо меня голосовать. Слушай, а может он ржёт, потому что он... Мы не в Амонге, чтобы меня голосовать. Это уже традиция, не важно, какая игра. Надо. Да. Блядь, не успел. Отпечаток, что ли, в новой стране? Так, left. Да, прикинь, если реально запомнить, кто как перемещался, и тем самым, ну, когда бомбу вычислим. Это же прикольно, реально, ты, типа, пытаешься запомнить, где бомба запланчена, и, типа, и ты можешь поймать чувака. Давайте сейчас реально посмотрим, нахуй, на фламинго этого, блядь, ёбаного. Может быть, он реально здесь где-то заплантил? Если бомба будет? Let's go. О, выполнил. Хочу увидеть бомбу. Я, наверное, здесь покемплю чуть-чуть. Мне нужно увидеть бомбу. Ладно, мы запомнили, короче. Допустим, запомнили мы Олега. Карандашиком пометили. Блядь, там кто на камерах скажет, блядь, там бомба была, короче. Там Джонни заплентил, сука. А хоть ты у кнопки стоишь? Что такое? Сказать хочешь? Мне кажется, голландский просто сказать да, хочет, поэтому... Да. Короче, опять знату сейчас вопросы были просто. Не, я серьезно, я сейчас не шучу, как бы не рофлю даже, не прикалываюсь. Слушай, не просто так у тебя шляпа вот эта. Короче, я захожу там, где с ножа отпечатки снимать, короче, стоит знат в углу этой комнаты, бежит навстречу мне, ну типа из комнаты бежит, увидел, что я бегу к ножу, развернулся, пошел типа... Я бы тоже развернулся, понятное дело, ты на нож побежал. Пошел нож выполнять, короче. Я, короче, вышел, я не понимаю, он двигается максимально странно. Блин, знат так угорает, прям так охота его выкинуть. Он джестер, блядь. Да. Есть? Такое. Вы понимаете? Я когда в эту комнату забежал, у меня задание где-то сверху было. Я пробегаю и тыкаю, нигде задание не загорается, потом понял, что это ножик. А при этом задание у меня говорит в другом почему-то месте. Знат, увы, но... Чтобы голландский успокоился. Слишком много знато подозрений. Успокойте меня, ребят. Да! Смешки не сошли. Ну ты дважды подозрительно двигался. Дважды. Ну-ка, блин. Я знал, что он... Мирный, ну, ребята. Знат, блядь. Джестер 51, блядь. Что поделать? Ну что за так? Что заходит? Может, ты в люк залетишь? Моешь. А по-моему вместе. Я вот эти мини-игры обожаю пиздец. Let's go. Голландцы. Кто у нас? Никто. Вот это задание что-то долго типа проверяет меня.
Так, с камеры уходит. Вот так. Кто уходит с камеры? Быстро покажись. Чупикс. Чупикс уходит с камеры. Мы допросим у голландского насчет Чупикса. Потому что есть подозрение. А ну. Голландский сверху. Сука. Опа. Короче, типа, по идее, всем осталось выполнить совсем мало заданий, правильно я понимаю? Да, да, последнее да. задание осталось, да. Вот. Я могу сказать точно одно, что это вряд ли Чупекс, Джонни, Аси, Голландский, потому что уже были бы просто, ну, трупы какие-то, да, просто на трупах. Вообще, типа, ну, типа уже конец игры, уже просто конец игры, типа, никого не убили до сих пор. Лид, что скажешь? Я все задание только что сделал. Все, тогда не Лид путает. Ну, давайте, ладно, окей, мы скипнем в любом случае. Есть, знаете, еще вопрос. Мне голландский не нравится, кстати. Да это ладно. Давайте для баланса просто. А если по игре говорить? А если по игре говорить? Нет, давайте просто скипнем. Да, 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 если по игре говорить. По факту задания, там реально ж немножко осталось. Ну давай, давай. А, вон, выполнены задачи сверху 36 и 42. Кто-то не выполнил. Джонни экспериментирует у нас сегодня. Да. Я экспериментатор. По-разному играет. Уев, блядь. Кто в голландского проголосовал? Ну, Литву. Он услышал просто, что сказал, мне голландский не нравится. Надо же кого-то купить. Так, можем тебя, Литву, если хочешь. Я реально, ни бомб, ни хуя. Это когда надо в этот, меньше? Реально, что за хуйня тогда, у нас один импостер. Опа, бомбы. Ну, тогда это Олег. Он был в этой комнате, сука. Ну, все могли быть. И last бомб. Блять. Промахнулся чутка. И все игнорят, да, этот момент? Подожди, убили в толпе, что ли? А вот сейчас нет. Я подбегаю, лежит у бомбы. Кто у нас? Понятно. Где, где, где? Блять, а у вас на бомбе лежит. Я, ну, проводки, я проводки выполнял скипнем. У последней просто бомбы четыре или задания, раньше? Четыре задания, реально. Четыре задания, да. Добить вам. Короче, Ася потом когда сделаю импостером меньше, а то я не могу да, убить да, 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 да. Это очень тяжело, когда играешь за импостера. Ой. Ой. Дай кофе. Не-не-не, пацаны, не. Вообще не парюсь вообще даже сейчас. Подожди, а Чупикс ко мне и Джонни подбежали, когда я тоже забежал в толпу. Нет, два задания, блядь. Let's go. Сейчас, прикиньте, каким-то образом импостер выиграет. Мне почему-то кажется, что залить тут. Нет, убивают. Убивают, слушай. О, Литпут, походу. Нет. Не успел среагировать, походу. В книжку смотреть сейчас там бесполезно вообще. Эй, вы чё там разошлись, алло? Так. А чё? А чё, Чупик? Кто, короче, блин, вы все три подозрительных, что-то не нравится. Одно! Я сейчас в казино бежал. Чуваки, это мое одно задание, давайте, короче, скипаем. Гэлоч, а ты вместе с кофе шел сейчас? Не-не-не, я сейчас с отмычки одел. Джонни. Не-не-не, мы сейчас с тобой, да, СС шел, типа, но он... Так вот, мы шли втроем, Джонни как раз, и с кем-то еще он был, и походу это был кофе. Лида, ты в курсе, что я не видел? Блин, Джонни, ну что ж ты, зачем ты так? Скипаем, у меня лостовое задание. Зачем ты так, Джонни? Давай, давай, голландский. Не делай это мозгам, не надо. Вы что, ебануть, одно задание у меня осталось, блядь. А почему ты его поддерживаешь? Типа... Короче, сейчас начну. Все, лостовое у меня. Не репорти, у меня лостовое задание. Главное не репортить. Главное не репортить. Блять, ванна там. Сука, быстрее! Все на мне держится, блять, все на мне. Так. Все. Все, блять, сделал. Красавчики! Чупикс, ты что ли, да? Йо, бля! Блин, анимация очень крутая, вот это. Победа! Да, очень классная. Короче, а что ты никого не убивал вообще? Так я убиваю. А там КД нормально, КД нормально. Там очень сложно, да, это очень сложно. Я поменьше поставил. И задание побольше сделай. Вы гость. Хорошо. Раз я гость, блядь, сейчас вообще просто на изи отстреляю. Берем только, блядь, мешается. Так.
Сюда монокль, сюда серьги, сюда сумочка, сюда шляпа, сюда хуйня эта и сюда. Так, 51 рядом со мной. Найс. Голландский. На самом деле, так из-за того, что типа карта маленькая, ну, людей особо нет. Она перекрыта. Здания все вот прям запоминаются уже. Ох, на камере встал. А? Ребятушки, не хочу, я понимаю, как это все выглядит. Да, не хочу убил. Не хочу параноить в Зната, но он сейчас бежал от со стороны вот этой кнопки и уперся в стену. Так. Смешно. Это голландский. Но знаете почему? Мы с Асей стояли, смотрели вот этот весь список. Я только пошел налево, мне бежит навстречу голландский, и он репорт нажимает. Я знаю. Нет, типа, типа, если бы Знат сейчас меня так не топил, я бы подожди, просто кинул бы это подожди. И такой ну, подумал, ну ладно, типа, кинуть, может. Давайте, можете даже с меня начать. Если что, Галыч, просто дело в том, что я знаю, можете с меня начать. Ну ладно, я, короче, Знату доверяю, потому что, типа, я видел, как он уплывает. Я говорю, вы можете в меня начать, только Знату выкиньте, пожалуйста. Зачем меня подожди. А с кем, ну, подожди, с кем Аси убежал? Ты, значит, просто невнимательный, понимаешь, голландский? Ты пропал. Может быть, я, подожди, Знат, с кем Аси? Альба, ты с Литпутом перепутал, блядь, голландский. Них плюс-минус одинаковый. Не-не-не, Знат уперся в стенку. Вы чё тупите? Ну, это вы желтый просто оба, Литпут. Нет, Знат 100% уперся в стенку, но еще присмотритесь так к Джонни. Голландский, ты должен был посмотреть, что рядом с тобой, алло. Там труп. Не, ну, типа вы просто не тупите сейчас, посмотрите. Бля, вряд ли это. Но сейчас мы из-за того, что на рандом кикаем, бля, импостеру пиздато, конечно. На камерах кто-то стоит, понятно, бомба запланчена. Хочу посмотреть, где бомба... Блядь. Камеры же видели. Нет? Так, слышишь, да, походу, это реально Литпут, потому что он желтый. Камеры же видели, да? Камеры видели. Скажи, что камеры видели. Нет, камеры, походу, блядь, не видели. Сука! Блядь, Знат! Ебать, Знат. Знат думает, что Олег выполняет задание или что? И? Так, Знат кофе. Чего? Знат кофе. Кто на камерах стоял? Это Знат. Нет, подожди, Чубик, Смотри, Литпут, ты когда от них убегал, они вдвоем живы были? Кто? Я не видел, я кофе просто по книге посмотрел, смотрю два трупа. Короче, объясняю. Это Чубикс, видел... это 100%. Я на камерах стоял. И чё, а зачем Литпуту репортить вопрос? Объясняй. Чё прикол? Он на кнопку нажал. А зачем ему нажимать, ему один килл оставался сделать? Объясняю. Послушай меня, Знат, Ну, если ты мирный, послушай меня. Или ты тут меня послушай. Я не знаю, кто из вас мафия сейчас. Я сейчас буду угадать, блядь. Я точно на камерах стоял, я мирный. Короче, я смотрю, как кофе забегает в комнату. За ним забегает Литпут. Я не видел дальше, куда они ушли. Литпут убегает обратно. Знат, вы же пересекались? Подтвердите. Мы сейчас пересеклись, где еда. Может, он меня убить хотел, и потом решил зарепортить. Ты, Знат, пересекнулся с Литпутом, когда Литпут выходил из комнаты. Ты зашел внутрь комнаты, где был кофе, и репорт, Литпут нажимает на кнопку. А, значит, он убийца. И, ну, ладно. А я не знаю, что у вас там произошло. Короче, слепой 51. Я не пробую убрать тогда. Слепой 51. Я не знаю, мне кажется, да, это Литпут. Он зарепортил, напугавшись, что я найду этот труп, скорее всего. Внизу слева я пошел, починил этот и пошел. Если ты стоял на камерах, Чупикс, то это Литпут. Что вы там делали в этой комнате? У меня задание, я бутер ел. Я съел бутер, выровнял камеру, картину. Ты труп не приятного аппетита? Нет. Какой аппетит? Бургер в игре бургер съел. Приятного аппетита, говорит. В игре бургер съел. Литпут, а ты заходил же за кофе? Куда за кофе? Нет, я говорю, на карте увидел. Чупикс, голосуй в Литпута, ебана в рот, проиграем же сейчас, пиздец. Это очень странная ситуация, чуваки. Очень странная. Фух. Очень странно. Я не знаю, зачем Литпут репортер, на самом деле. Вы просто мне ничего не объясните. Вы мне ничего не объясните. Ребят, слепой 51, блядь. А что было, я не понял? Почему он репорт нажал? Валяется мертвый Олег, нахуй. Ты подходишь к нему. Ты думал, что он задание выполняет. Знат еще перебивает постоянно Литпута сейчас, да? У меня Знат перемещался все время, в стенки врезался, я вам серьезно говорю. Да забей ты, я не понимаю, где что и как. Да Знат, что ты еще?